Всем привет, ребята, и вы смотрите мой канал. Помните, у нас был конкурс? Так вот, сейчас у нас итоги от него. Так. Что такое, ладно. А у меня бочечка, которая какая-то странная. В общем, точилка, которую мне подарили. И тут все бумажечки. Сейчас посчитаем, сколько вообще в моем конкурсе человек участвует. Ничего не упало, хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 11 человек участвует. Ладно. Поехали. Помните все свои цифры? Если не помните, зайдите на свой канал и посмотрите. У меня вот эти бумажки желтенькие. Так, ребят, сейчас так. Будет у нас 6 мест. Ой, простите. Сообщение пришло. Так вот, вы пишете, это моя цифра, которую я вам скажу. Моя цифра 56, допустим, которая это такая. Вот. Поехали. Я вот эту бумажечку хочу открыть. И в ней цифра 11, ребята. Значит, я не помню. Я помню, что у кого-то я говорила цифра 11. В общем, ты кто-то там, я не помню, кто-то там. Пиши в комментариях. У меня цифра 11, окей? Так, первое место. Ложим на первое место. Так, следующая бумажечка. Вот эту вот хочу. Такая бумажечка. И тут цифра 31, ребята. Поздравляю, 31. Второе место получает. Сейчас человек будет в обиде. Так. И тут вот какая цифра. Это 92. Занимает третье место. Следующее, 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 следующее. Вот это вот. Тут 13. Цифра 13. Да, зря. Занимает четвертое место. И пятое место занимает. Так. 88. И последнее, шестое место, ребят. Я правда не вижу даже какие тут цифры вот в этих бумажках. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да, все шесть на месте. Ну что, я тяну. Все хотят, да, сейчас кто-то, кто не выиграл, так хочет. Так, последняя цифра 4. Кого? Так. 64. И у нас 6 каких-то мест остались без приза. Я так хотела, чтобы София Лав выиграла. У нее цифра 100. Я помню, потому что я ей такую цифру дала прикольную. 28 вот у нас, кто не выиграл уже. 28-я цифра проиграла. Проиграла цифра 100. Проиграла цифра 52 и проиграла цифра 50 и проиграла цифра 25. Вот так вот. Проигравшие. Ну ничего, ребят, не отчаивайтесь. Если вы хотите еще такой конкурс, только в нем будут участвовать вот эти цифры. Цифры уже. Я сниму сейчас просто. Итоги выложила. И уже снимаю конкурс. Такой же. И вот эти участники, которые проиграли, я их вот так вот цифрами сюда положила.
они будут участвовать в этом конкурсе, просто мне тогда будет еще нужно 6 человек. Или, не знаю, 8, может. Ну вот, ребятки, вот такие итоги. Читайте описание, потому что в нем написаны призы. И всем пока.